Криминальный антирекорд бьет Пинск. Так, ежемесячно на проверку приходят до 5 серых удостоверений, заявляют эксперты. Подделывают документы в первую очередь пенсионеры. За последние несколько месяцев на них завели 10 уголовных дел. Старики изменяют не только имя, фамилию и отчество, а дату срока действия и даже профессионально приклеивают фотографии на чужие корочки. Причем по таким удостоверениям некоторые пользовались льготами годами. Выявить нарушителей помогают контролеры в общественном транспорте. Правда, как говорят профессионалы, удостоверение инвалида – документ, который несложно присвоить себе. Но и ведь мало кто задумывается, что за подделку документов, медицинских справок, водительских прав грозит ответственность до 2 лет ограничения свободы. Последний случай склеены из двух документов. То есть одно предъявили заламинированное, то есть когда распарили эти два документа, получилось 2 свидетельства инвалида. Одно принадлежало отцу, женщине, которая предъявляла, второе ей. Когда она склеила, получилась у нее другая группа инвалидности. То есть не третья, которая у нее была реальная, а вторая, которая была у отца.